Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек, мы продолжаем играть за отбросы, да-да-да. Шестой дивизион, конец, мы все оставили, естественно, напоследок. Одна игра, нужно всего лишь одно очко, чтобы выйти. Большего я не хочу, я хочу сыграть ничью или выиграть, все. Сыграть ничью или выиграть, получить монеты на пак, открыть этот пак в конце и увидеть, как зависла игра и закончить на этом серию. Всем пока. И вот я перезапустил игру, и вот она работает. И так как этот матч очень важен, нам действительно нужно выйти в следующий дивизион, я ставлю Агуэра. Мне придется починить его. Сделать так, чтобы у него не было травмы колена. Это очень важно. Он должен сегодня у нас сыграть. И я, наверное, мог бы еще Куртуа поставить. Хотя, блин, очень хорошо вот стоит этот мой вратарь. Причем вот Роберто реально топово стоит. Так, что у нас по усталости? Надо всем физформу применить. Вот, пацаны, по плюс 20 держите. Спасибо, тренер. Проиграйте матч, выгоню всех. Нет, тренер. Я сошел с ума. Так, хорошо. Агуэра готов, Руни готов. Брума. Брума не готов, нифига. Один матч еще будет пропускать. Так, это меня на самом деле не очень радует. Так, Кабай Гутьеррес, КТ. Ну, в принципе, ладно. В принципе, состав готов. Мы готовы сыграть. Сегодня будет один матч. Ну, и он супер важный и финальный, поэтому... Поэтому вот так вот. Мы обязаны победить. Или хотя бы, я говорю, минимум. Что мы должны сделать в этом матче. А, я даже не знаю, в какой форме лучше. Давайте в синий. Но он хочет в розовый играть. Тут я не могу пойти против него. Итак, какой же у него состав? А, блин, жесткий состав. Эль Капитано, привет! Привет, братюнь. Ты теперь у кого-то подска играешь, да? Так, ну защита... Не, вратарь тоже так себе. Ну, хотя, блин, тут даже бронзовые вратари могут какой-нибудь матч выдать шикарный и все затащить. Но нападение действительно крутое. Я, кстати, был бы очень рад, если бы мне Депай когда-нибудь выпал, но это надо как бы губу закатать. Вот. А лучший его игрок это Капитану. Уэсли Снайдер. У нас лучше Агуэра. Но он ничего не сделал в финальном матче Снайдера. И как сложились обстоятельства? Я выпускаю Агуэра и против меня Снайдер. Последний раз, когда я играл Агуэра, играл у нас в составе Снайдер. Странно у него название у команды. Хороший пак. В принципе, эта команда выглядит как команда, которая могла выпадать только из паков. То есть, по сути, у него такие же отбросы, как у меня. Только он наверняка сыграл больше матчей, чем я. Ну да ладно, тем интереснее. С сложными соперниками всегда ведь хорошо выигрывать. Эй, ну холл был, да. Я, конечно, понимаю, что Уэсли Снайдер неприкасаемый и все такое, но тут был холл. Так, будем разыгрывать. Гуэрреро. Выкатил. Данила. Я не знаю, какие у него удары, поэтому лучше отдать пас. Элизеу. Нифига себе. Руни навес. Вратарь выносит. Проигрывает мой игрок, который даже прыгать не стал. Мемфис Депай. Вильям Карвали. Спасибо. Гастон Рамирес. Мяч наш. Рамирес. Передачка. Агуэро. Первый гол за отбросов Серхио Агуэро. 1-0. Мистер Скрипач. О да. Отлично. Здесь шикарный перехват был. Гастон Рамирес дал прекрасный пас и просто сумасшедший удар прямо от штанги от Серхио Агуэро. Ребят, это вам. Этот гол посвящается вам. 1-0. Гастон, нифига себе отбор. Мясом прямо побрал. Гуэрреро, прострельчик. Ух, Агуэро мимо прилетел. Слишком сильный прострел. Но задумывалось неплохо. Почти получилось все это дело воплотить в жизнь. Так, тут должен быть мяч наш. Но Вильям Карвали проиграл борьбу. Марсиалем. Роберто.
Что было? Что было? Какой штрафной? За что? А я что, против Кости, что ли, играю? Он так делает обычно. Штрафной. Руни. Против Руни был фол. Вниз, передачу. Спасибо. Дальше. Маркиньо. Хорош. Обратно на Руни. Не получилось. Спасибо. Гастон Рамирес, лупи. Не получилось, Маркиньо. Флойер, где ты бегаешь? У меня игрок лежит мертвый. Фола нет. Ой, Маркини, отлично. Хотя нет, он сделал очень хороший отбор. Агуэра. Агуэра. Скорости должно хватить. Агуэра. Пас на Руни. Зачем в падении бить, Уэйн? Зачем? Ладно, ладно. Ну, он капитан. Значит, так было лучше. Хороший момент. Гастон. Камини сейвит. И что делает Маркини? Он просто берет и дарит им мяч. Я даже не успел остановиться за него. Руни, хорош. Уэйн. Ну просто прекрасно. 2-0. Уэйн, Руни. Достижение разблокировано, суперпас. Как он хорошо с левой приложился в уголочек. Крученым, отлично. 2-0. И капитан забивает. Первый тайм окончен. Все на ваших экранах, что происходило в этом тайме, полностью доминируем, посмотрим, что будет во втором. В идеале я бы хотел третий гол забить и все, и играть уже в оборонительный футбол. Хороший пас, Маркиньо, ну 100% момент, и он его забивает, 3-0. Ну, хотя нет, я все еще не спокоен, это всего лишь 46 минута. Мы можем больше. Руни, отличный пас. И Маркиньо, хоть и долго обрабатывал, но смог забить этот прекрасный мяч. Второй гол от штанги в сегодняшней встречи. Мемфис Депай пока вообще ничего не понимает, что происходит. Вы че, идиоты? Вы че друг у друга мяч отбираете? Причем центральный защитник еще норм. Он мяч отобрал. А вот Гуэреро пришел что-то и у него решил отобрать. О, хорошо сыграли в обороне. Коста, удары, но прошивает. Прошивает вратаря, 59-я минута матча, 3-1. Хорошо, первый тревожный звоночек был. Мы смогли отобороняться, но сейчас вот уже пропустили. 3-2. Я не знаю, как этот пас прошел, через 6 моих защитников, но это 3-2. 65-я минута матча. Еще ничего не закончено, ребят. Просто один пас через всех моих защитников. И Элизео я вообще не знаю, что он сотворил. Так, хорошо, Агуэра. Но тебя не должны защитники догонять. Агуэра, удар. Перекладина. И Руни еще не добил. Как? Руни, хорошо, Гастон Рамирес. Убрал, на Руни, обратно. Гол, нет. Агуэра прошел, удар, гол, да. Держи, вкусняшку, 4-2. Серхио Агуэро. Раз момент, два момент, и все-таки пробил. Фух, хорошо, 4-2. Все, просто пару минут не пропускать. Это же так просто, пацаны. Против Руни фол. Это штрафной, время тикает. У нас преимущество. Желтая карточка. Уэйн Руни. Ну что, может быть, хоть этот штрафной забьешь? Да пока еще ни одного не было. Нет, он попадает в Азеведо. И это угловой. Роды просто прошел сквозь всех. Просто сквозь всех прошел. Отбираю мяч, он приходит ему в ноги. И тут, конечно. Да, ну это клоунада. Конец, конечно. 4-3. Все, ребят, это победа. Мы проходим в пятый дивизион. Мы делаем это некрасиво. Некрасиво. Да, мы выиграли 4-3. Но, блин, красиво было бы, если бы это было 4-0.
или 3-0, как в первом тайме. Настолько пропускать. Ну просто ничего не получалось в обороне. Но в итоге мы выиграли, Агуэро стал лучшим игроком матча. Команда-то в принципе в нападении против нас очень сильная была. Но все-таки мы смогли. 6300 монет, hell yeah. Восемнадцать очков, ну, до титула одного очка не хватило. Вот сыграем мы в одном из прошлых матчей на победу, и было бы все вообще замечательно. Итак, сколько у нас монет? 13500. Есть ли какие-нибудь специальные паки? К такой-то команде недели наверняка должны были подвести. Да, пак за 15 тысяч есть. 20 золотых предметов. Осталось 10 наборов. Так, в 2 раза больше золотого премиум набора, дополнительные редкие предметы. 20 золотых, 7 редких. Ну тут не обязательно будет какой-нибудь игрок. В принципе, я, знаете, что мог бы даже сделать? Я мог бы даже сейчас продать ненужных игроков. Что у нас тут в списке продаж? А, ну это вот я тогда контракты всякие продавал. И некоторые стили сыгранности, например, до сих пор никто не купил. Выставиться заново, да. Пусть по той же цене уйдут. Так, и давайте посмотрим, кого я могу квиксельнуть. Кем я не буду пользоваться? Ну, Клоза, давайте Клоза, что ли, квиксельну. Когда я его буду выпускать? Вообще не вижу. Никаких вариантов, при которых я мог бы Клоза выпустить. Так, Монтойя, Кубай, Фернандеш. Тоже квиксель. И 200 монет. Надо какое-то серебро квиксельнуть. Хотя я мог бы тебя квиксельнуть. У меня теперь есть португалец налево. Эчи-жей-жей. Две голевых, 23 матча. Ну, довольно средний игрок. В принципе, наверное, можно его посоветовать даже. Сальдадо. Вот Сальдадо можно светить. Все, 15 тысяч. Теперь. Пятый дивизион. Мы вышли туда. FIFA. Давай как бы подарочек. Давай подарочек. Любого информа. Вообще любого. Все будет просто... топчик. Это даже не равный игрок. Хазри, господи. Как же он надоел. Он всем в паках падает. Ужас. Ужас. Отвратительный ужас. Ужас адом. Просто. О, господи. 81 передач. Ах, 50 скорость. 50. Анонидзе выпал, вот лол. Я добавлю себе в клуб. Аллегри, какой-то чувак толстый. Интересно, кого он тренирует? Удар, что ли? Или уд, это что-то другое. Короче, ну, как обычно. Я даже не знаю, почему я подумал, что вдруг в паке выпадет что-то хорошее. Хазрин, ну да, у него неплохие характеристики, он даже из лиги один. Ладно, добавлю тебя. Но все остальное это просто мусор. Ну что ж, ребят, большое спасибо, что посмотрели. Еще раз убеждаюсь, что пак за 15 тысяч, там за 35, за 25, они ничего не стоят. В них очень редко кому-нибудь что-нибудь выпадает. Пока я применяю контракт Карвальо, хочу сказать вам спасибо, что посмотрели эту серию. Спасибо, что поставили палец вверх. С вами был Джек, увидимся в будущих матчах. Пятый дивизион. Мы к нему пришли, посмотрим, как мы будем там выступать. Счастливо.